Яблочный сок изготовляют выжиманием из яблок. Сахар в яблоках придает соку сладкий вкус. Сегодня большинство такого сока получают пастеризацией с использованием асептической упаковки. Согласно регламенту, производится яблочный сок прямого отжима, свежеотжатый яблочный сок, диффузионный яблочный сок. Стоимость технологической линии для изготовления яблочного сока путем прямого отжима от 16 тысяч долларов. Для производства 250 мл яблочного сока потребуется килограмм яблок. Сырье вначале моют, удаляют пораженные вредителями плоды. При изготовлении яблочного сока способом воздействия на ткань яблока является измельчение. Прессованием, диффузией и другими способами извлекают сок из мезги. Прессование – это основной метод получения сока из яблок. Сок извлекается давлением на мезгу. Основная функция прессования – выдавливание сока из клеток после предварительной обработки. Прессование используется для выделения сока, который вытекает из разрушенных клеток. Предварительная обработка влияет на выход сока из яблок. Для более приятного вкуса полученные соки подвергают смешиванию. Это могут быть соки с различным содержанием сахара и кислоты. Благодаря простой технологии, организации производства, дешевизне, многие предприниматели занимаются производством яблочного сока. Для развития малого бизнеса по производству натуральных соков можно изготовлять сок из овощей. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.